Между тем, граждане, которые не располагают возможностью записаться на компенсацию онлайн, можно это сделать физически. Например, в Бельцах в первый день подачи заявок люди выстроились в очереди у единого окна. Некоторые пришли еще затемно и ждали в очереди с 3 ночи. В целях обеспечения порядка и спокойствия потребовалось вмешательство полиции. С 3 часов утра люди стоят. Я пришла в 7 часов. И еще очередь залезла. Это на компенсацию. У кого пенсия маленькая. На что? На отопление? На отопление. В основном на отопление. Они так говорят, просят 3 квитанции. А берут только на отопление. Не дают копеечку. Посмотрите, что делается. Нельзя было организовать какой-нибудь кабинет. Вы видите, я ходить не могу. Посмотрите, что здесь творится. А сколько времени уже ждете? 7 часов, а люди пришли с 3. Ну? 4 пришли. Я пришел, думал, как, размышлял, что с 8, с 9 пришел к 9 часам. Вот, а тут тысяча людей. Потому что сделали, в каком месяце вы документы подаете, в таком месяце вы и получаете. Вот поэтому и люди очередь вот создают. В квитанции не будет перерасчета, будет только наличка. Сколько еще не сказали. Поэтому ждем. Пока что подаем документы. Люди недовольны тем, что власти не открыли больше мест, чтобы им было легче зарегистрироваться и не стоять часами в очередях. Ну, в прошлом году было еще в библиотеках было. Да. В этом году вот согнали людей все в одну кучу. Весь город сюда. Это что, есть ли, тем более, имеют все данные, там что нельзя было как-то по-другому? Ответственные за прием заявок говорят, что работают в режиме нон-стоп и для облегчения процесса открыли еще 9 стоек. На данный момент получены компенсации за холодный период года. В учреждении действует 9 кабинок для приема граждан и 2 передвижные урны, которые могут выезжать на дом к недвижимым гражданам. При этом все количество людей, которые не могут выехать из дому, чтобы оставить переносные урны, фиксируется на телефоне. Программа «Ажутор Лаконтор» стартовала в октябре 2022 года и продолжается в этом году для смягчения последствий повышения тарифов на энергоносители.